Итак, как же настроить радио на Hostar H54 и что означает каждой кнопки, за что они отвечают? Ну, давайте с самого начала начнем, то есть кнопка включения. Ну, выключает, включает колонку, соответственно же. Подсветочка, то есть вот звук она издала. Так, ну, получается, начнем с плюс-минус, да, то есть один раз нажимаете увеличение громкости, уменьшаете громкость. Чтобы переключить трек вперед, зажимаем плюс или же минус. Для перемотки трека. Вот на примере некоторых треков сейчас я покажу, да, то есть вот нажимаю полная громкость. Если я зажму, переключится совсем другой трек. Делаю потише или же зажимаю, и трек возвращается назад. Дальше у нас идет кнопочка солнышко такое. Это нужно для подсветки. Изменяем режим или зажимая ее, подсветка полностью вырубается. Ну, кнопка M, чтобы переключаться между режимами, то есть флешки на радио, там с радио на Bluetooth, допустим, да, Connect. И вторую такую докупить колоночку Hostar H54, то можно обе сконнектить, создать стереопару, то есть они обе друг к другу подключаются, а одна колонка подключается к телефону. Ну и далее play-пауза, то есть остановка и продолжение трека. Все, трек остановился. Ну, в принципе, то есть все, да? Вот. И также, и как настроить радио на Hostar H54? Нажимаем кнопку M. Она переходит в режим радио. Будет вот такое шипение, да, громкое. Берем, получается, качественный провод Type-C какой-нибудь, да, то есть, вот. Берем саму колонку и вставляем в разъем. Вот, и наша колонка начала играть более чище, то есть получше уже, да, покачественней. Вот, и чтобы настроить радио, зажимаем кнопку play-пауза, и радио сама настроится уже. Ну и как ваше радио настроилось, да, то есть колонка будет просто играть музыку какую-нибудь, да, то есть увеличиваем громкость, зажимаем, переключаем волну. С вами был Audio Hype. Всем пока.